Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Эксперты предсказали снижение ипотечных ставок в России. По итогам года они составят от 6% по оптимистичным прогнозам до 8,5%, сообщает Вести недвижимость. Это повлечет за собой заметную активизацию покупателей, берущих займы на приобретение жилья. Аналитики отмечают, что снижение ставки на 1% дает увеличение объема выданных кредитов на 30-40%. Так, в прошлом году российский рынок ипотеки вырос до 2 триллионов рублей в сравнении с 1,5 триллионами в 2016. Также эксперты полагают, что при более доступной ипотеке покупатели начнут ориентироваться на жилье большей площади. В перспективе это скажется на структуре каждой отдельной новостройки. Застройщики будут закладывать в объектах больше многокомнатных квартир. Дайджест недвижимости. В Кирове в январе зафиксировано падение цен на вторичном рынке. Оно было незначительным, от 0,1% до 3% в сравнении с декабрем прошлого года. В рублях падение составило от 200 до 1500 с квадратного метра, отмечает портал Рейкеров.ру. Снижение средней стоимости квадрата зафиксировано в сегментах студий 1, 3 и 4 комнатных квартир. Рост показали лишь двухкомнатные квартиры с 41 300 рублей за метр до 42 400 рублей. Средняя цена квадратного метра в январе составила 42 700 рублей. Дайджест недвижимости. Сдавать дома в аренду в Кировской области менее выгодно, чем в целом по стране. Уровень доходности, а также срок окупаемости строительства таких объектов подсчитали аналитики портала «Мир квартир». Дома элитного сегмента в исследовании не участвовали. Эксперты оценивали стоимость рядовых объектов. В Кировской области она составляет около 7 миллионов рублей. Арендовать такой объект в регионе можно примерно за 40 тысяч в месяц. Таким образом, срок окупаемости строительства составит почти 15 лет. Уровень доходности 6,9% годовых. В целом по России он чуть выше, почти 7,5%. А выгоднее всего сдавать дома в аренду в Свердловской области. При стоимости аренды в 70 тысяч в месяц затраты на строительство в 4 с небольшим миллиона рублей можно окупить за 5 лет. Дайджест недвижимости. Потолки в российских новостройках недорогого сегмента станут выше. Стандарт вырастет с 2 метров 40 сантиметров до 2,80, сообщил глава Минстроя Михаил Мень. По его словам, новая норма будет прописана в требованиях к жилью стандартного класса. Так теперь будет называться эконом-класс. Недвижимость подобного сегмента чаще всего возводят на окраинах, в так называемых спальных районах. В большинстве случаев такие дома являются панельными и предлагают типовые планировки. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.